Всем привет, ребята. Ехал, приехал сюда в тупик и пришлось развернуться. Развернулся из-за вот этого. Там стоял знак, что проехать нельзя, но я думаю, ну ладно, может быть, проеду. Вот, приехал, но нет, тут все загорожено. И здесь строят мост, меняют мост. Тут, наверное, все-таки был мост какой-то. Его меняют, вот перекрыли. Видите, там всякие эти делают. Мостик поставили. Временный. Железный. Железо, мостик, чтобы люди могли переходить. Немножко замерзает водичка. Холодно как. Вот. А здесь герметично все перекрыли, и сюда водичка не попадает, и вот здесь они работают. Тут тоже технику даже оставили. Смотрите, как хорошо все закрывают, и не боятся технику оставлять. Знают, что герметично все закрыли. Вот такие пироги. Работают по полной. Мостик классный. Вот через такую речку делают новый мост, скоро будет. Здесь фермеры живут в основном. Поля, фермерские хозяйства. И поэтому здесь тяжелые трактора проезжают всегда. И поэтому мост должен быть хороший. А забор это скоро грохнется. Вот он шатается. Видите, ветерок чуть дует, а она шатается. Вот такие вот пироги. Для фермеров строят мост. А вот еще один мостик. Очень старый. Кирпичный. Уже почти разрушился. Он уже и не нужен. Тут все закопано. Вот такой старый мост. Все, ребятки, всем пока. Мне холодно. До свидания всем. Подписываемся. И едем дальше на работу красить. Всем пока.